я был в Баку, это прекрасный, красивый город. У меня очень много друзей из города, которые меня приглашают всегда. Вот мой друг Тимур Леонидович Вайнштейн, который вырос в этом городе и постоянно туда приезжает. Я надеюсь, скоро с ним приеду в это замечательное, теплое, доброе, красивое место. Палат – это наше сердце. Вы знаете, с его песнями я вырос, потому что моя мама и мой отец, они очень его любили, боготворили. У нас были всегда пластинки. И одна из первых песен, которую я пел, это было «Эй, догоню, догоню, догоню». Вот это вот было мое. Поэтому мое сердце, привет и любовь Азербайджану.